Hi guys, welcome back to Junris Blogger Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет, and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? I hope you are doing well and fantastic. And the title of this video, as you can see in my thumbnail, and this is like an incredible video, US seafarers specifically have at the teaching in the Russian village, secret Wellington. And credit to the honor also with the video to Army and the true story and the stories I'll put in the description box below. So that you can connect also with the owner of the video, and if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. I'm so excited with this one, and I really want to know what's inside the video. Wow. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Let's get to it. Wow. Всем привет! Возможно, кто-то из вас уже слышал, как в далеком 2017 году войска НАТО проводили учения с привлечением русскоговорящих статистов. Так вот, на фоне этого родилось много как интересных, так и не очень слухов. А еще пара-тройка замечательных и занимательных историй. Одна из них от лица американского морпеха по имени Коди, который пишет письма своей маме. И сейчас я вам эту историю расскажу. Поехали! Вау! I really like the army and the true story. Дорогая мама, нашу роту завтра отправляют на полигон Camp Legend, что в Северной Каролине. Там раньше готовили морских пехотинцев для наших победоносных войн в Ираке и Афганистане, а теперь будут готовить для победоносной войны с Россией. Эти Russians совсем обнаглели. Они вмешались в наши выборы, а также отняли у Украины остров Крым, как нам рассказывал наш капрал Джонс. Мы потренируемся, а потом покажем этим алкашам, что такое корпус морской пехоты США. Как приеду на место, обязательно тебе напишу. Твой сын Коди. Дорогая мама, вот мы и прибыли на место. Тут кругом лес. Это хорошо, так как все русские тоже живут в лесу. Как нам рассказывал наш капрал Джонс, посреди леса стоит настоящий вилладж. Она раньше была иракская. А теперь ее переделали в русскую, только кое-где остались пальмы. Но капрал Джонс сказал, что у русских на Черном море тоже есть пальмы, так что все в порядке, ведь скоро мы будем и там. Недалеко от вилладж стоит казарма, где разместили нашу роту. Завтра нам пообещали сюрприз, и я тебе о нем обязательно расскажу. Твой сын Коди. Дорогая мама, представь, у нас будет настоящая массовка. Оказывается, военно-морской департамент набрал русскоговорящих статистов, чтобы они изображали русских солдат и мирных жителей вилладжа. Кстати, по-русски вилладж – это деревня. Все будет как в голливудском блокбастере. Твой сын теперь Брюс Уиллис. Правда круто? Статистов около 30. Все эмигранты, водители, строители, продавцы, айтишники, пара преподавателей, несколько женщин и даже одна женщина с маленькой дочкой лет 5. Для кого-то 100 баксов в день хорошие деньги, а кто-то пошел просто из любопытства. На мужчин надели русские куртки из ваты, сапоги и пилотки со звездой, а женщин нарядили в широкие цветные юбки и закутали в большие платки. Все как в настоящей России. Мы с парнями просто обхохотались, глядя на этих клонов. Завтра у нас начинаются тренировки. Обязательно расскажу о своих впечатлениях. Твой сын Коди. Дорогая мама, это было просто здорово. Три наших взвода ворвались в эту деревню. С трех сторон, как ураган. Мы быстро положили мордами в землю десяток статистов со списанными нерабочими автоматами, рассредоточились и приступили к зачистке. Двое стояли по бокам, а я выбивал дверь и быстро бросал в дом две гранаты. Потом отбегал, после чего парни выпускали внутрь по обойме через окна. Женщины, статистки, кричали по-русски «Спасите!». Все было в дыму, звучала какая-то странная русская музыка и сильно воняло навозом. Господи, и как эти русские живут в таких условиях? В общем, развлеклись мы здорово. Капрал Джонс для хохмы дал очередь холостыми над несколькими статистами. Они испугались, и мы чуть животики не надорвали от смеха. Твой сын Коди.
Дорогая мама, сегодня мы отрабатывали тактику антипартизанской борьбы. Мужчины-статисты прятались, а мы должны были их найти. Чтобы не терять время и не обыскивать воняющие навозом дома, капрал Джонс предложил отличную идею. Мы согнали всех статистов в сарай и через громкоговоритель объявили, что если статисты-партизаны через 3 минуты не выйдут, то мы подожжем сарай. Никто не вышел. Тогда капрал Джонс привел девочку-статистку, отобрал у нее плюшевого мишку, отрезал ему голову тактическим ножом и крикнул, что девочка следующая. Мне кажется, ма, что Джонс перестарался. Девочка расплакалась. И тут вышел один статист. Какой-то щуплый тип в очках. Он молча подошел к нашему капралу и врезал ему в челюсть прикладом списанного нерабочего автомата. Приклад, как оказалось, еще работал вполне исправно. Прекрасные белые зубы нашего капрала блеснули на солнце и упали примерно в 2 метрах от того места, где рухнул сам капрал. Мы все стояли как громом пораженные, ма. Взять и ударить вооруженного 2-метрового морского пехотинца США по лицу мог только дикарь, без чести и совести. А тут еще эта девочка подошла к бесчувственному телу капрала и пару раз радостно пнула его ногой по ребрам. Где они их всех набрали? В джунглях Сибири? Бойфренд нашего капрала взвизгнул, выхватил свой кольт, заряженный боевыми патронами, и стал стрелять в щуплого, но не попал, так как из-за слез у него потекла тушь. Зато из всех щелей на нас кинулись статисты с каким-то страшным криком «Ра!» или «Юра!». Я не успел толком расслышать, так как что-то сильно ударило меня по каске, и я потерял сознание. Когда очнулся, было уже темно, и никого рядом не было. Буду выбираться с этой проклятой базы. Напишу тебе завтра. А то мой планшет уже мигает и что-то тревожно шевелится в кустах. Мне страшно, ма. Я хочу домой, в Калифорнию. Твой сын Коди. Дорогая мама, товарищ ефрейтор запаса поставил меня в наряд по туалету. И у меня есть минутка, чтобы тебе написать. Служу я хорошо. Капрал Джонс тоже в порядке. Он стоит на тумбочке и громко кричит «Шмирно!». Если в казарму входит товарищ старший лейтенант запаса или товарищ старшина запаса. Весь день у нас теперь расписан по минутам. То покраска травы, то подметание дорожек кисточками для бритья, то строевая подготовка с песнями. Я уже выучил песню «У солдат выходной, пуговицы в ряд». Один из 3 взводов окапывается на плацу. Норматив 5 минут. Окоп в полный профиль. Кто не укладывается, идут надувать колеса хамви без насоса. Но это все равно лучше, чем накачивать ручным насосом танковые катки, чтобы танк ездил мягче. У меня для тебя и хорошие новости, ма. Командование корпуса морской пехоты наконец заканчивает секретные переговоры со статистами. И нас всех отпустят. В обмен на подписку, что статисты никому не расскажут, как 30 гражданских взяли в плен 200 морских пехотинцев. Им еще пообещали заплатить. А той девочке, ма, подарят 3 плюшевых медведей и 5 кукол Барби. Она, кстати, подружилась с капралом Джонсоном и часто носит ему конфеты, когда он плачет на своей тумбочке. Русские оказались добрыми людьми. Мы все живы и здоровы. Спасибо им за это. Так что скоро у меня, ма, дембель. Я уже стал пришивать камуфляжу позолоченные аксельбанты и доделал дембельский альбом. До скорой встречи, ма. Твой сын, дух первого места службы, Коди. Wow, this is like for me. I find it so interesting, funny. There is something moral lessons on the video, and it's good also that like partners, especially Americans, that what they observe to the Russian when they are in the training with the other Russian soldiers also, and that's good that this American wrote to his mother of what really happening on that thing, and it's like giving it in such a way that's so funny and like so interesting, and then giving some information to his mother that this is and that. Wow, that's really really amazing, and I find it so enjoyable to watch and listen such this amazing video. This is the cool story about the exercise of the U.S. Marines in the Russian village where they had to face a misunderstanding to Russian-speaking extras. After the praise of boyfriend of our Cobra, I almost my pants laughter. Yeah, I did laugh also. After pumping up the tank rollers, patience ran out. Wind. Goodness, I love this video. This is such a phenomenal and interesting. You really have to enjoy, because listening to those like American or the foreigners giving such a good words towards the Russian of what they experience on that time, and this is such a phenomenal video. Thank you so much. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you're
this video made your day also same as I did. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junis Blogger Agri Act saying stay humble, super positive guys. You can connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for Viet and Spasibo to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye bye.